С 24 февраля пункты вакцинации в Одинцовском городском округе работают в обычном режиме. Сегодня в муниципалитете действуют 7 прививочных пунктов, 4 стационарных и 3 мобильных. Мобильные кабинеты расположены в крупных торговых центрах, что позволяет прививать больше желающих. Напомним, что вакцинирование для жителей округа бесплатно, оно проводится в добровольном порядке с использованием отечественной вакцины «Спутник-Ви». Необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.